Ой, люди добрі. Значить, за стільки років вперше прийшов на такі збори, ну соромно. Соромно. Значить, є Марія Іванівна, яка завезла сюди цю заразу. Бо виступає хай мені народ простить, значить, ми теж цими формулами шприхаємо. Читаю у цій газетці «Одеські вісті», значить, содержання масел і горюче-смазочних матеріалів у почві на території 0,23 мг на кілограм. О, ну хоч в Україні цей ПДК, це предельно допустимої концентрації, не установлені, ну це вважається допустимим. Понимаєте, так для чого ж ви міряєте той бензин і масло в ґрунті, якщо взагалі немає норм на ПДК? Ну взагалі ви здіваєтеся і що, понимаєте? Виходить, що зараз йде давлення. Ми з вами зараз тут, як будемо говорити, ніхто, бидло. Ми бидло тут з вами. Я не знаю, понимаєте, значить, виходить, бутилка стекломоя стоїть 20 гривень. Залиєш його в бачок для омивателя стекла, дихнути невозможно. Я не знаю, чи це був хімтрей, чи що. Хто там в лабораторії провіряє, що туди приходить? Флот до гептіла ракетного топлива, лабораторія, обставлена там все. А Філіппо, він шкура з нього облазив, він там працював. І остальних це жде. Работали на рабських условиях по 4 тисячі в місяць, час до 10 додали, наче зняли. А Марія Іванівна це все діло опікає. Пишеться, що вона директор цього хімтрейда. Та вона там побув. Там вже всю землю забрали, вже всі підприємства забрали. Творять, що хочуть. Прийшли з такими понтами, вооружена охрана. От, значить, секретність така, значить, що то от, нікому не розказувати, що там робиться, поки люди не стали оттуда випадати, совершенно больними, без почек і без кожі. І нам починають внушати. Я директор центру, я той, я все, та ми теж органіку ізучали. Навоз – це органіка, але не органічний розтворитель. Ви розказуєте, та це всього white spirit, переводиться з англійського «білий дух». А попадає капля в організм, в желудок, пищевод випадає, стінка желудка випадає. От що таке гуацпірін. Ацетон не такий. І нам розказують, ми змішуємо, у нас тільки розлив. Ви тільки змішуєте, це вже производство, мили мої. І якщо ви хочете знайти, допустимо, який-то общий язик, то треба було починати раніше, треба було зібрати народ сюди, сказати, що люди, ось ми переїжджаємо сюди, от, значить, ми будемо працювати, ми будемо соблюдати, а то приїхали тут, обращалися як з рабами. І остальних це жде. То же саме. Мені жалко цих людей, які готові працювати в жерлі вулкана, тому що їм сім'ї треба кормити. Но чим для них це закінчиться? От чому вся ця біда. Понимаєте? І не треба на нас нажимати. Ставимо вопрос, значить, этого разрешения. Яке разрешение, Марія Івановна? Вийди сюди, розкажи, яке тобі разрешение. Я перепрошую, у вас закінчився час. Я вам дякую за ваше слово. Получається так. Значить, ми не знаємо, який должен бути кворум при общественних обсужденнях. Є тут юристи, є тут відеосйомка, хай покажуть весь зал, скільки народу приймало цей вопрос. Організації, значить, общественних слушань не було. Я сам на третій день цієї газетки знайшов, коли мені підказали, що збори 2 числа. Люди не знали. І виходить, що ці обсуждення є нелегітимними. І якщо... Шановні, ви закінчили свій виступ, я вам дякую. Зараз ви самі собі в ногу стріляєте, я вам дякую. Все, прошу, до слова запрошується наступне ступаючий. Все, шановні, все. Я перепрошую, ви закінчили свій виступ. Ви закінчили свій виступ, я вам дякую. Та чого ж ви мені рот закривали? Наступне до слова запрошується медичний працівник Перун Інна Петрівна.
громадський діяч з міста Одеси. Прошу до слова 3 хвилини. Так само я вас прошу поважати регламент та час інших людей. Прошу. Добрий день, я проживаю в Адебиопольском районе и тоже сталкивалась с такими случаями, когда мы обращались в экологическую службу, нам говорили, что там все хорошо, на самом деле так все было хорошо и сладко. Но я хочу все-таки, вот депутат сейчас поступал, пойма многих с клыками, да? Вот я хотела ему просто задать вопрос. Вы были депутатом, с вами согласовывали с вашей сельской радой это предприятие, чтобы оно работало на территории села? Нет. Смотрите, как получается, предприятие находится за межами. Чи в межах? Предприятие знаходиться в межах, депутаты не согласовываются, рішення ніякого немає. Я вообще не могу понять, что они на вашей территории делают 8 лет. Ну, 9 лет, неважно. Ну, о чем вообще люди разговаривают? Я не могу понять. Здесь какие-то дозвольные документы. Первое, кого должны спросить, это у громады. Хотят ли они такое, тем более предприятие. В любую заправку вы пойдите в селе, попробуйте, поставьте. Без согласования громады. То же самое и такой завод. Поэтому целевое назначение какой этой земли? Я задала вопрос женщине. Женщина, вы знаете целевое назначение земли вашей? Ответьте, пожалуйста. Земля для этих целей не отведена. Что? Это предприятие. Нет завода земли для этих целей вообще. Ну кто там? Ответьте на вопрос. Я просто для меня нужно разобраться. Я просто узнала об этом только вчера вечером, что это будет. Я не готова. К ответам запросов не было. Я просто хочу узнать, как сидят люди. Ну целевое назначение земли, любая земля есть, любое предприятие, если нет. Ну вы мне дали 3 минуты, я хочу хотя бы задать вопросы, выступление. Я как медработник хочу вам... Я могу ответить на этот вопрос. Это земля со значением под виробничу базу по ремонту сельхозтехники. Вот об этом я и хотела услышать. Какое имеет отношение химтрек к виробничей базе тракторей? Вообще никакого, абсолютно. Как медработник, вот там люди сидят, которые работают на этом предприятии. Я вам хочу сказать, все предприятия нужны. И поверьте мне, когда работает хорошее прибыльное предприятие на территории любой административной единицы, это прибыль в бюджет. И причем не маленькая прибыль. Поэтому тут идет заинтересованность всех держслужбовцев и всех. Но самое главное, что все забывают о людях, о здоровье их. Поверьте мне, я сталкиваюсь с людьми, общаюсь, которые работают на лакокрасочных заводах. У них рождаются дети-уроды, заячья губа, волчья пасть. Сердечно-недостаточные триотрубные замершие плоды, которые проживают вот возле таких предприятий, как вы говорите, вот вы посмотрите, вот вы здесь все живете, вот беременные, возьмите, есть статистика беременных, недоношенная беременность. У ваших детей потом будет генная мутация, вы будете удивляться, почему у вас рождаются, если они еще будут рождаться вообще, эти дети. Закончите вас. Хорошо, я закончу. Но вопрос о том, что находиться, не находиться, выливать, не выливать там какие-то отходы. Тут надо первое поднять вопрос, на каком основании вообще здесь они находятся. Дякую. Наступный записанный у нас до выступу. Прошу до слова... Панчихіна Лариса Іванівна, член ініціативної групи села Славосиївка, житель села. Прошу, до слова, Лариса Іванівна. 3 хвилини, так само. Добрий день, односельчани. Хочу коротко довести до вашого відома, як здійснювалася перевірка підприємства. По-перше, перевірка проходила в межах екскурсії. Екскурсоводом, звичайно, був Сергій Вікторович. На початку огляду не було оголошено кількість проб забору, дозволеного на час перевірки. Хоча при першому засіданні Юрій Євгенійович, шановний, сказав, скільки треба проб, як скажете, так і будемо робити, треба в ставок, треба туди, підемо туди. Люди підтвердять, люди були біля сільхозтехніки, коли розмова була така, була. Санітарна зона не вимірювалася. Хоча по документам 50 метрів, ми вже це говорили, але є будинок Нігрієнка, який знаходиться 15 метрів від підприємства. Баки і резервуари, які знаходяться в землі, ніхто не перевіряв, що там за хімічні речовини, як проходить чистка, де проходить цей процес змішування, невідомо. Технолога тут я не бачу, який
казав, що він провірить. Да, ми перевіримо, як очищається, де там є, як у сестері у мене є этот, скважина, є там груша, де там збирається, я вичищаю все. Як там? Ніхто не знає, ви цього не робили. Робочий процес під час перебірки був не повністю. Це я вам говорю з повною відповідальністю. То, що ви відкрили цей і там хороша лінія була, шла, це прекрасно, але не повністю. З боку екологічної служби та департаменту екології не було задано ніяких питань комісії. Їх повністю задовольнили документація, предоставлена заводом. Склалося враження, що було все обговорено зарані. Аналізи повітря, які ви брали, вибачте, ну вони взяті за напрямком вітра, при зачинених воротах підприємства, і були взяті так скоропостіжно, що я більше чим увірена, що ті, що присутні були, вони навіть не поняли, що вже береться забор цього повітря. Вибачаюсь, Сергій Вікторович, проти вас нічого немає, ви добра людина. Але ви не дозволяли спілкуватися з представниками комісії. В грубій формі весь час провокували нас на конфлікт. Ми розуміємо, що до приїзду комісії господар прибрав свій дім. Але факт лишається фактом. Розчинники, як розливались і розмішувались 647 і все остальне, аспіріт, солт, аліфа і друга хімія, виробляється, розливається, завозиться, як різкий запах відчувався, так і відчувається. Ви кажете, що всі по нормах, все добре, нема ніяких викидів. Откуда цей різкий запах? Ви ж нам обіцяли, ми розберемося, ми докопаємося, ми людям допоможемо. Де ця поміч? Немає поміччі. Ми прості жителі села. І свої дії ми ніяк не пов'язуємо з політикою. Ми просто хочемо жити в безпеці і дихати чистим повітрям. Хоча керівник Геращенко Юрій Євгенійович, я вибачаюся, я вас не знаю, але ви підвели підсумок. Вибачайте, ну зовсім не зрозуміли для нас, до чого було сказано про близькість Придністров'я, воєнних дій, якоїсь роботи на других людей. Ми не розуміємо цього, ми прості люди, ми не хочемо мішати ніяку політику. Я вас прошу, односельчани, подумайте про майбутнє наших дітей. Уже що з нами було, то буде, але подумайте про... І я з повною відповідальністю заявляю від ініціативної групи, що ми проти видачі дозволу на викиди ремонтному підприємству. До слова запрошується житель села, учасник бойових дій АТО, Пустовіт Сергій Леонідович. Прошу до слова. Три хвилини. Я, чесно говоря, к виступленню не готувався. Хочу от своих слов сказать так. Значит, результат деятельности этого предприятия за 9 лет мы видим прекрасно на природе. Природа, она как лакмусовая бумажка. Посмотрите, в ставке ни одной рыбы нету. Карась – это рыба, которая живет в любой луже, правильно? Но вот в луже, которая находится возле дороги, она не может жить. Лабораторные анализы воды показали о том, что там находятся элементы производства этого предприятия. Но до сих пор нам никто не говорит, какие есть результаты анализов. Анализы не берут. Говорят, нет жалоб со стороны арендаторов. Подождите, но этот водоем – это имущество громады. Сегодня один арендатор, завтра другой. Зачем вы ссылаетесь туда? То есть я считаю, что вся эта комиссия, это была сфальсифицирована. Поэтому здесь на собрании мы должны отказать в даче разрешения этому предприятию. Вот и все. А в дальнейшем, я считаю, необходимо поднять вопрос по поводу рассмотрения работы этой комиссии, как она законно делала, незаконно. Вступала она в сговор с директором предприятия или не вступала, потому что результаты, как наши активисты говорят, что там был чистый сговор с директором предприятия. Если директор предприятия руководил членами комиссии, то вы меня извините, как это называется? Это чистой воды сговор. Конечно. Так вот этот акт не надо принимать, а надо наоборот подать в соответствующие органы, в НАБУ, в прокуратуру и так далее и тому подобное. И таких людей надо убирать вообще с таких руководящих должностей. Из-за этого мы и живем в таком государстве. Я еще раз предлагаю отказать в даче разрешения. Вот и все.
Дякую. Зараз ми переходимо до виступів громадських діячів, чиновників державних та органів місцевого самоврядування, експертів, екологів, членів робочої групи. Прошу до слова депутата Одеської обласної ради Чапіра Дмитра Петровича. Здравствуйте, дорогие жители Васильевки. Я прибыл сюда как депутат областной рады по поручению народного депутата Александра Семеновича Пресмана. И, наверное, будет правильно сказать немножко о предыстории этой ситуации. Да, приемную Пресмана были обращения как от предприятия Химтрейда, так и от инициативной группы. Изучив ситуацию глубоко, давайте поставим на чашу весов. Что важнее? Что важнее? Мнение жителей села, здоровье жителей села, процветание села, либо финансовая деятельность предприятия. Конечно же, тут даже не обсуждается, что важно. Это жители села стоят в приоритете. Я думаю, что работники данного предприятия, руководители этого предприятия должны четко для себя, прежде всего, понимать эту ситуацию. И сегодняшний зал, мнение сегодняшнего зала должны быть, как сказал предыдущий товарищ нас, участник АТО, лакмусовые бумажки для вашей деятельности. Вы должны понимать, что имея такую негативную обстановку вокруг вашего предприятия, она не может приносить вам пользу. Вы сегодня должны четко понимать, что вашему предприятию в этом селе не рады и должны искать место для того, чтобы это предприятие, безусловно, тоже нужное и необходимое как для бизнес ваших интересов, так, наверное, вы наверняка платите какие-то податки и наполняете бюджет страны, из которого содержится, опять же, местность, неважно, это уже действия налоговых инспекций. Я вам хочу сказать, что мне кажется, что вот мы здесь говорим уже там больше часа, что мнение жителей по поводу действия этого предприятия, они однозначно ясны. И дальнейшее выступление экологов, общественной организации, общественного совета при экологической инспекции ровным счетом ни к чему не приведут. Потому что, я еще раз подчеркиваю, самый важный аргумент для нас, для любого руководителя, для любого работника местного самоуправления, это решение громады. Мы не будем возвращаться, как и почему вы зашли работать. Почему? Кто завел вас в такой тупик? Наверняка вы не сами для себя решили и начали работать на предприятии с назначением земельным совсем другого характера. То есть вы немножко неправильно вы юридически пошли. Потому что если бы вы шли по юридическому пути, то вы бы сперва перевели назначение земли. Вы бы прошли общественные слушания, как здесь говорит общественник. И тогда вы бы имели основания говорить, вот у нас есть эти бумаги, вот ваше решение, которым вы дали разрешение нам работать на территории вашего сельского совета. Поэтому давайте говорить дальше, что вас не устраивает, что мы можем исправить. А на сегодняшний день я предлагаю всем нам дать возможность, никого не судить, а дать возможность этому предприятию, ведь наверняка для вас, я думаю, как для, еще секундочку, как для отцов, как для матерей, как для сыновей, важно, какая ситуация здесь вокруг села. И для вас, наверное, не будет столь существенным там понести какие-то финансовые потери для переезда и перенести свою деятельность за межи села. А уже местному самоуправлению и администрации в лице исполнительной власти, я думаю, что тоже будет
они найдут возможность помочь вам с нахождением участка земельного, с отведением, есть экологическая инспекция, есть. Вот здесь уже мы все должны приложить усилия для того, чтобы помочь вам комфортно переехать на другое место работы. И это будет правильно. Вы снимете градус напряжения, и я думаю, что здесь воцарится мир и спокойствие. И мы все сможем спокойно и честно смотреть друг другу в глаза. Я надеюсь на дальнейшее взаимопонимание и скорейшее решение этого вопроса. То, что сегодня сход вынесет решение о ненадании выброса скидных речевин, я точно не могу сейчас сказать, это однозначно. Естественно, вы дальше можете вести это противостояние. Но я еще раз обращаюсь к вам, глядя на вас, и желаю вам не делать этого. Потому что вы идете сегодня против огромного количества людей, и по факту они обвиняют вас в том, что вы забираете у них здоровье. Это неправильно. Прошу вас, будьте благоразумны. Спасибо. Слово для виступу надається Різлушкіну Євгену Миколаївичу, громадському діячу. Добрый день. Ну что, скажем, наше противостояние с господином Сергеем уже продвигается. Человек без охраны уже боится ездить. Сереж, ты чего ждешь? Ты ждешь в Радиевке, в Лучиновке? Ты хочешь, чтобы тебя на вилах отсюда вынесли? Ответь, пожалуйста. Я, да, хочу попросить, чтобы мы зараз обошлись без образ и погроз. Для того, чтобы никаких образ, никаких погроз. Было у нас законно. Обычная констатация факта. Человек, он без охраны боится ходить. Целую машину он за собой привез. Ты чего добиваешься, Сереж? Вот объясни мне. Мы же не один раз разговаривали. И у начальника Беляевского райотдела. И у нас, в принципе, требования не меняются. Выйди за пределы села и работай себе. Ты тут ходишь, кричишь, поливаешь на зверяги, что-то рейдерский захват, еще что-то. В каком захвате идет речь? Это что такое? Ты так людей боишься, что с вооруженной охраной ездишь? Ну, я скажу так, что у нас есть чем ответить твоей охране. Рыбовский совет, ехали сюда. Маю наступного выступающего, записанный Кузьмук Сергей Леонидович, депутат Беляевской районной рады. Добрый день, уважаемые жители села Васильевка, присутствующие. Кузьмук Сергей Леонидович, депутат Беляевского районного совета, глава фракции «Батьковщина» в Беляевском районном совете. Абсолютно согласен со своим коллегой из областного совета Дмитрием Чепером. Он высказал абсолютно правильную мысль. Действительно, я хотел бы обратиться в первую очередь к руководителям данного предприятия. Отойти от, скажем так, формально-юридических аспектов на простом языке. Уважаемые, вы понимаете, что сегодня вокруг работы вашего предприятия, вы это видите, вы это прекрасно понимаете, даете себе отчет. В данном населенном пункте сложился очень большой негатив и резонанс. И мне кажется, что действительно будет очень правильным, когда на первое место, и это должно так быть всегда, и не только в этом населенном пункте, а везде, будут поставлены во главу угла интересы громады, их безопасность, безопасность их детей и нормальное существование. Поэтому я тоже предложил бы, и надеюсь, и моя фракция меня поддержит, и все остальные депутаты здравомыслящие, в том числе Беляевского районного совета, вам нужно первым сделать правильный, обдуманный шаг, подготовиться к переезду, найти себе нормальное где-то место, скажем. Мы все прекрасно понимаем, что это бизнес, это в том числе и ваши какие-то затраты. И, наверное, переезд тоже потребует каких-то материальных затрат и тому подобное. Но тем не менее, вы же понимаете, что противостояние, вот я вижу по настроению жителей данного села, оно все равно будет, вы никуда от этого не уйдете. Зачем война в населенном пункте? Объясните. Будьте вы благоразумны, как бизнесмены, просто как люди, как граждане Украины.
Подготовьтесь, я понимаю, это не один, не два дня, но тем не менее, если вы начнете этот процесс, найдете какой-то имущественный комплекс, я думаю, Беляевская районная державная администрация, Беляевский районный совет будут только содействовать в том, чтобы найти какой-то имущественный комплекс, который более или менее подошел бы для деятельности вашего предприятия, но подальше от границ населенного пункта. Тем более, что уважаемый директор научного предприятия так и не дал четкий ответ по санитарным нормам. Он довольно туманный, этот ответ, понимаете? Но опять же, не вдавая во все эти нормативы и так далее, просто с точки зрения, скажем так, человеческой мысли, отношения человеческого друг к другу, сделайте этот правильный, я думаю, это будет правильный, умный шаг с вашей стороны. Вам нужно переехать, и все, я думаю, наладится, и у вас все будет хорошо, и у жителей данного населенного пункта. Спасибо. До слова запрошується представник ТОВ Васильівської РП Мажеру Інна Олександрівна.